Это Евгений Пан Рудкевич. Я доктор экранов ноутбуков. И мой сайт называется www.screensurgeons.com. И сегодня мы покажем вам, как заменить экран на ноутбуке Dell N4010. Это более новый компьютер Dell Inspiron N4010. И у него 14-дюймовый LED-экран. Перед тем, как начать, убедитесь в том, что вы защитились от электрического тока. Так что работайте либо босиком, либо в носках. Или носите противостатический бандаж на руке. Но если будете работать в носках, этого будет достаточно. Нам понадобится пинцет. Маленькая отвертка для бытовой техники с битами PH1 и PH0. Ну и все. Для большинства ноутбуков, для того, чтобы освободить пластиковую раму, надо открутить винты. Но на этом ноуте нету никаких винтов, поэтому мы просто снимаем раму, и так мы и доберемся до экрана. Поворачиваем ноутбук боком и аккуратно пальцами поднимаем раму. Будет слышен звук щелчка, но так и должно быть. Не спешите, работайте очень медленно. Не торопитесь. Идем по периметру. Старайтесь не сломать, но если все-таки сломаете, то ничего страшного. Снизу рама приклеена клеем. Вот мы и сняли раму. Откладываем ее в сторону. А винты, держащие экран, находятся здесь по бокам. Чтобы добраться до них, надо наклонить экран вперед. А чтобы сделать это, надо открутить эти два винта. И тогда ослабить винты снизу. Не удалить их, а просто ослабить. Так что давайте открутим эти винты. Держите все свои винты в разных кучах, чтобы потом было проще все собрать. А теперь пробуем наклонить экран. И попробуем добраться до винтов сбоку, что нам не получается сделать. Ослабляем винты снизу. И вот здесь. Наклоняем экран вперед и откручиваем винты сбоку. Здесь есть три винта, которые надо удалить. Держите все винты в отдельных местах, чтобы не попутать их. Два. И три. Когда открутите третий винт, будьте аккуратны, так как экран уже довольно слабо держится и может просто упасть. Для этого наклоните весь экран немного назад, чтобы даже если он упал, то он упал назад, и таким образом не повредил соединитель. Вот уже почти все. И последний винт.
И все. И вот экран теперь уже ни на чем не держится. Аккуратно наклоняем его вперед. Здесь мы видим соединитель, который надо отсоединить. Для того, чтобы его отсоединить, нам надо отклеить эту ленту очень медленно. И аккуратно вытаскиваем соединитель. И вот у нас экран. Это 14-дюймовый LED-экран с соединителем здесь. И когда будете покупать экран, убедитесь, чтобы соединитель был в этом же месте. А номер детали у нас LP140WH1. Когда будете искать экран, вам нужен будет только этот номер LP140WH1. Вы можете купить этот экран у нас на www.screensurgeons.com. А мы вам пришлем подходящий экран. И соединитель будет на том же месте, и все будет работать отлично. Ну вот и все. Это было довольно просто. Меня зовут Евгений Панраткевич, я доктор экранов ноутбуков. Мой сайт называется www.screensurgeons.com. Я забыл добавить, что для того, чтобы собрать все обратно, просто проделайте все в обратном порядке, и все у вас получится. Ну все, удачи, счастливо.